Казанском федеральном университете продолжается прививочная кампания. Вакцинироваться могут как российские граждане, так и иностранные студенты. Подробнее об актуальных данных о COVID-19 и процедуре вакцинации в нашем следующем сюжете. Хочу хотя бы снизить риски заболевания этой достаточно распространенной инфекцией. Хочу сохранить сильный иммунитет. В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 239 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ситуация с распространением болезни продолжает оставаться напряженной. Люди, которые переболели, имеют очень много проблем. Но жизнь вообще купить невозможно. Сохранить одну жизнь – это уже большое достижение. Вакцина снижает риск заболевания, активируя естественные защитные механизмы для формирования иммунитета к возбудителю болезни. Наша иммунная система обладает памятью. Получив одну или несколько доз вакцины, мы, как правило, приобретаем защиту от той или иной болезни на много лет, десятилетий или даже на всю жизнь. Именно поэтому вакцина в случае с COVID-19 также является самым эффективным средством борьбы. Вакцина представляет собой уже либо сам вирус, там ослабленный или убитый, или его белки, или пептиды. То есть, когда иммунитету дается уже готовый антиген, то есть, вот, чтобы иммунная система обнюхала его, узнала, запомнила и начала бороться. На минувшей неделе для иностранных граждан была организована выездная вакцинация в 15-м доме деревни Универсиады. Для Казанского федерального университета это не новая акция. Напомним, ВУЗ уже не в первый раз организует выезд прививочных бригад для вакцинации студентов и сотрудников. Для бесплатной вакцинации при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Если же речь идет об иностранных студентах, то понадобится свидетельство о постановке на миграционный учет, а также миграционная карта. Процедура вакцинации продолжается и в студенческом городке. У нас большое число уже иностранных студентов привилось. Мы продолжаем их прививать. Эта работа продолжится и на следующей неделе, и дальше. Не стоит забывать, что университетская клиника Казанского федерального университета также продолжает вакцинацию сотрудников, студентов и прикрепленного к поликлинике населения от коронавируса. Записаться можно по номеру 233-320. Главное условие – человек должен быть здоров и не испытывать недомогания в момент вакцинации. Надежда Мещерякова, Радмир Сафиуллин, Универньюз.